Смотришь ли ты себя по телевизору, угу. и всегда какие эмоции испытываешь обычно? Гадкие эмоции. Отвращение. Мне неприятно, я тут не то сделал, я говорю, этот голос охрипший, это все, это невозможно, это жутко, почему ты так спел, ты же можешь петь, ни в ноту не поп... Ну, короче, у меня очень много претензий к себе, поэтому я редко себя смотрю.